Доброе утро с Барселоны! Только что проснулись, уже 10 утра. Сейчас сходим, купим похавать, пацаны там расчехляются. Сразу чувствуется другой климат. Вот там вот, я не знаю, видно на GoPro или нет, там вот сзади есть море. С окна было видно море. Очень круто поспали. Сейчас будем подниматься на самую высокую точку Барсы. А потом поедем, наверное, гулять по Барселоне и купаться в море. Рисковать пошли, все. Да. Короче, мы пытаемся найти путь на гору, самую высокую, в Барсе. Но Валера пролаживает нам путь сквозь ветки. You okay? Yeah, man, I'm good. Man, this is mountain bike trails. Would you like to try? Які критерії в Барселона? 12 критерій. Мучу графер. Може так срежем? Или будем обходить? Да йдем, срежем, конечно. Мне нравится твой подход. Ну а чё? Мы получаем опыт только, если что-то пробуем новое. Валера, расскажи по поводу ментов. Там вчера Димон рассказывал, нельзя здесь на велике ездить, музыку слушать. Чё там, чё-то? Расскажи про штрафы. Ну, в общем, у них нельзя ездить наушниками. Ага. А штраф 80 евро. И нельзя там даже на мануале ехать. Тоже не штрафуют. Ну я типа такой... То есть если ты по центру города едешь на мануале, то тебя могут штрафануть? Да, меня так остановили. Но у них первый раз типа предупреждают, да, они, а второй штрафуют уже полностью. Ну да, это если попадешь одного и того же. Но у меня вот когда поймали в Германии, меня, получается, занесли в базу, и если меня еще раз ловят на том же предупреждении, насколько я понял, то меня просто, типа, ну, штрафуют или... Нет, такого не было. У них даже есть на велосипедах, без полисмана. Я хочу над ними поиздеваться, попробовать у них уехать. В Англии у меня так получилось, человек забил за мной ехать. Менты здесь ездят на кроссовых мотоциклах. Первый раз вижу ментов на красоте. Я тоже первый раз вижу. Every morning I wake up, I put my shoes on and I go. I don't stop for nothing, young and reckless. Чё, мы на самой высокой точке Барселоны. Сейчас откроется вид на весь город. Очень чистый воздух, классная вообще природа здесь. Вообще так круто. Это бомба! А вот там где-то море. Смотрите, какие аттракционы классные. So watch yourself before you stuck like you in traffic, bro. I need that something to help me relax. Roll that shit up, use a light or a match. I'm going one way, I might not come back. Up in the clouds, I am turned to the max. But feels like I'm wasted. What is this laced with? I'm on my spaceship, now flying in my spaceship. Go up, up and away. В Барселоне написано «Добро пожаловать» на русском языке. В самом верху о чем-то это говорит. Спустились с горы, сейчас пойдем. Купаемся, позагораем, похаваем и поедем на Лакому. Байк-парк, которым я очень давно мечтаю побывать. Очень интересно, что там по сторонникам там катаются ребята. Лишь к вечеру там должно быть не жарко, так что я буду. Может, все будет вообще круто, в трамвае еще кондиционер работает. Трамвай, метро. Да, и классно, ты заходишь из жары, но внутри тебе прям очень классно становится. Вот, кстати, очень большая разница между нашими райдерами русскоговорящими, ну не только райдерами, людьми вообще, и европейцами. Вот, кстати, с нами немец, и вот сейчас такой пример, мы зашли в метро и поставили вот там вот велики, пацаны. Немец увидел, что вот вообще людям неудобно проходить, и Валера ему говорит: да ладно, не парься, типа нормально, обойдут там 5 метров. А он такой: не-не-не, это неправильно, и ходит, каждую остановку поправляет велик. Ну и вот так вот вообще принято, европейцы, они все делают так, как должно быть, а мы делаем так, как нам удобнее, грубо говоря. Или разница в менталитете такая у нас. Это просто дорога на дёрт, вот так вот. Ну наконец-то мы добрались до моря. Сейчас будем купаться. Волны шикарные, я обожаю большие волны. Поэтому мне очень понравилось. А пацаны пока нам кафу должны принести. Ну и себе тоже, естественно. Чтобы мы времени не теряли, так как мы всего 2 дня в Барселоне. Пацаны, выигрывают нам время.
Ходила помы в море, здесь шикарное, шикарнейшее море. Веселиться. Валера. Вообще, я просто реально не ожидал, что море в Барселоне настолько круто. Спасибо Валере за то, что привез нас именно сюда. Потому что в Барселоне море грязней намного. Мы сейчас на окраине Барселоны. А здесь море сегодня... чистое. Море без мусора, море без туристов. И здесь круто! И есть голые сиськи! Все, накупались, сейчас будем ехать, собственно, сам байк-парк Лапома. Очень классно, по периметру пляжа, здесь везде стоит душ вот такой вот. Можно выйти с моря и бесплатно, собственно, вот так вот окунуться.